Всем привет! Москва станет участником международной туристической выставки в Барселоне. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее об этом расскажу прямо сейчас. Во время международной туристической выставки IBTM World на стене Москвы представят проекты, рассказывающие о потенциале столицы и ее достопримечательностях. Об этом сообщаете на сайте мэра Москвы. Выставка пройдет в Барселоне с 19 по 21 ноября. Участие в ней примут 15 столичных компаний, которые работают в сфере делового туризма и организации мероприятий. Гости выставки поучаствуют в интерактивных и развлекательных мероприятиях, получат информацию о туроператорах и гостиничных сетях Москвы, а также совершат VR-путешествия с погружением в творчество художников Казимира Малевича, Натальи Гончаровой и Ивана Шишкина. Специально для выставки была создана серия путеводителей на английском языке, а также карта с указанием основных улиц, достопримечательностей и пешеходных зон Москвы. На этом пока все, а еще больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!